Ниндзя! Сегодня пятница, а значит, время пришло для нашей самой выгодной программы на канале. И вот никогда не подумаешь, но оказывается, изучать цены на сайтах магазинов может быть увлекательно, потому что стоит только отступить вот от этого главного фонтана релизов, как находишь достаточно странные вещи. Сейчас все расскажу, а поводом для нашего сегодняшнего выпуска послужила коробка Kill Team, вернее его стартовый набор, который я не так давно нахвалил. Ссылку обязательно поставлю в конце на анбокс этой коробки. Обзор пока еще не сделал. Сайт ГВ просит за него $130, что в переводе на рубли составит примерно 8733 рубля на данный момент. И наш хит-парад, не знаю, почему называют хит-парадом, это же просто сравнение цен. Ладно, как у нас в последнее время заведено, наш хит-парад открывает лавочка Sky с ценой 8400 рублей, что вроде как на 333 рубля красиво так, да? Дешевле, чем у сайта ГВ, но это последнее место. Почему-то лавочка Sky в последнее время решила отжать последнее место у Командарта. У тех был единственный оплот, вообще они такие все время открывали наш хит-парад, а теперь даже этого у них нет. Они опять довольствуются всего лишь предпоследним местом с ценой 8295 рублей, что на 438 рублей дешевле, но все равно космос в сравнении с ценами у других магазинов. Binchos Fun – бесконечное разочарование, 7200, что вроде как на 1533 рубля дешевле, блин, это 33 рубля везде будет, 333 рубля уже, конечно, никто не перебьет, но тем не менее. Binchos Fun все время боролся у нас за первые места, а теперь где-то в хвосте плетется, я не понимаю, что случилось. Далее, опять же, тренд, который мы заметили только вот в новом сезоне нашей программы. Магазины ставят одну цену, и сегодня это целых 4 магазина. Это Warlord.ru, это CardPlace, это Hobby Games и лавка Орка. У всех за коробку просят 6480 рублей, что аж на 2253 рубля дешевле сайта ГВ. Вот теперь уже можно и поговорить. Чувствуете, да? С последним местом разница в выгоде практически в 7 раз. 7 раз. Но это еще не все. У нас есть первое место, на которое неожиданно вырывается магазин Wargame 39, который всегда у нас проходит за кадром. Здесь за коробку просят всего 6050 рублей, что на 2683 рубля дешевле сайта ГВ. Только есть одна проблемка. Если вы внимательно смотрели на скриншоты, то заметили бы, что ни одну из этих коробок не купить на самом деле. Во всех этих магазинах, кроме одного, коробок нет в наличии. Стартер Kill Team вот на данный момент купить невозможно. В наличии коробка обозначена только у Командарта за 8300, да. И самое, наверное, забавное в этой ситуации с магазином Wargame 39, потому что у них никогда нет коробок из предзаказов. Ну, видимо, долго они все в себе везут, но тогда, по идее, у них должны коробки появляться позже. Но и даже позже коробок у них нет в наличии. То есть они сегодня на первом месте, в отличие от того, как обычно, они у нас вообще вне хит-парада. Но даже так они как бы всего лишь виртуально. И вообще все магазины сегодня виртуальны, кроме Командарта. То есть по факту сегодня на первом месте Командарт, потому что он всех сделал, так как коробки у него можно заказать прямо сейчас. Обозначено, что они есть в офисе, и вам реально сегодня их доставят. Так что вот такой у нас сегодня очень странный выпуск получился. Неожиданный, я бы сказал. Ну а причины, почему стартера нет в магазинах, мы оставим за рамками нашей программы. То ли он нафиг никому не нужен, и поэтому его не закупают,
то ли его весь раскупили, и теперь все сидят ждут, когда Hobby Games привезет в Россию новую партию, что выглядит, конечно, наиболее вероятным, особенно потому, что у Командарта коробка есть, а Командарт возит коробки в Россию в обход Hobby Games. Так что я бы придерживался этой версии. И еще один момент. Если вам реально нужен сейчас стартер Килтима, но вы не готовы покупать его у Командарта, жмите кнопочку предзаказа, потому что когда коробки прибудут, цена может поменяться и, скорее всего, поменяется. А если вы предзакажете, и у магазина нормальная политика, они не привозят коробку клиенту, а потом говорят, ну, еще доплатите пару тысяч, потому что там доллар поднялся, то вам коробка придет нормально за ту цену, за которую вы ее предзакажете. А коробки так или иначе все-таки придут. И как всегда, цены указаны так, как они представлены на сайтах магазинов, без учета скрытых скидок и действительно на момент съемки программы. Не переплачивайте за пластиков солдатиков и приятных вам покупок.